Здравствуйте, меня зовут Николаева Анастасия. Тема моей исследовательской работы – якутский балаган в условиях урбанизации и модернизации общества. Близкие родственники моей семьи в мае 2021 года решили построить якутский балаган на дачном участке, чтобы летом могла жить бабушка, где она спокойно занималась бы своим творчеством. Мне стало интересно, зачем люди в современном мире строят древние жилища наших предков, и я решила глубже изучить эту тему. Мы решили построить балаган, используя все элементы наследия народа Саха, и провели расчет. Для начала мы обратились к работам этнографов, исследующих Якутию. Однако проведенный обзор исследований показывает, что наследие народного сотничества Саха еще недостаточно полно изучено. Первым элементом при строительстве балагана является само строение. По четырем углам ставили вертикальные столбы, на вершинах столбов вырубали выемки, на которые клали балки. Дверь балагана должна быть расположена с восточной стороны дома. Больше всего окон ставили с южной стороны, так как дневное солнце светит с юга. Вторым элементом является размер балагана. Площадь балагана не превышает 25 квадратных метров, а высота не должна превышать 2,7 метров от пола. Третьим обязательным элементом культурного наследия является выполнение определенных обычаев и обрядов, так как каждый этап строительства дома имел свои символические действия. Также выполняется ряд повседневных ритуалов. Обряд кормления огня в камельке, угощение оладьями, конским волосом и кумысом. Мы провели анкетирование с 5 вопросов с целью выявления отношений людей в современном мире на проблемы сохранения якутских традиционных жилищ, где приняли участие всего 93 респондента. Анализ данных, полученных в результате анкетирования, позволяет сделать следующие выводы. Почти все респонденты считают, что балаган – это архитектурное достояние нашего народа. Ответ на вопрос о выборе строительства на дачном участке или во дворе балагана доказывает преемственность и сохранение культурно-исторической памяти народа. Почти все респонденты согласны, что восстановление строительства якутских традиционных жилищ поможет сохранить культуру нашего народа. Больше половины респондентов считают, что нужно строить якутский балаган в наше время. Рассматривая жилище в исследовательском поле якутской традиции, можно утверждать, что дом якутской культуры и сегодня становится символом нравственных ценностей, в котором сосредоточена культурно-историческая память народа. Мы выяснили, что люди не утратили полностью представления о якутской культуре в современном мире. Первые исследователи Якутии оставили описание внешнего и внутреннего строения балагана, которыми руководствуются наши современники для строительства балагана как дачного домика. Можно сделать вывод, что сохранилась обрядовая традиция среди жителей города Нюрба, которые говорят о преемственности и о сохранении культурно-исторической памяти народа, несмотря на влияние урбанизации и модернизации общества на традиционные якутские строения, в частности балагана.